сегодня собрались в сауну. Ну, не в свою, в которую всегда ходим, а в другую, в Козьмо-Бар. Она подальше от нас, надо ехать. Ну, думаю, ладно, съездим, ничего страшного. Как бы от нашей остановки там пройдем до Убана, до метро и потом. И потом, доедем. Приходим в метро, один автомат не работает. Второй автомат работает только через мелочь. То есть нельзя ни картой заплатить, ни деньгами. Ну, фиг с ним. Пошли другой вход искать. Там на другом входе зашли. Доехали. Теперь приходим. Здесь очередь. Вот стоим. Написано. Да, царь Каин Анлас. То есть в это время никто не заходите. Нет входа. Ну, вот стоим. Короче, сейчас, наверное, будут проверять наши эти QR-коды. Ну, вот эти вот прививки. Всем привет из Мюнхена.